Всем добрый день. Начинаем наш очередной вебинар «Акценты недели». Изображение и звук. Дайте обратную связь. Видно ли меня и слышно? Так, все отлично. Ну, так и должно быть, в принципе. Так, сегодня 24 августа, вторник. Очередной вебинар «Акценты недели», где мы рассматриваем события, которые произошли и произойдут, и пытаемся оценить их влияние на индексы и котировки отдельных эмитентов. Любая информация, которую вы получите, традиционный дисклеймер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Финансовые инструменты или операции, упомянутые, могут не соответствовать вашему инвестиционному профилю, инвестиционным ожиданиям. Ну, в прошлый раз основной акцент несколько раз я, так сказать, попытался сделать на в том, что уровни текущие, в общем, для дальнейшего роста достаточно высоки, и фиксация прибыли является оправданной в текущей рыночной ситуации. В принципе, наверное, динамика индекса за эту неделю подтвердила такой взгляд, подход. Снижение произошло, не такое большое оно было, примерно на 2% снизились индексы РТС и ММВБ, но в то же время американские индексы после снижения вновь перешли к росту. Снижение было спровоцировано в первую очередь минутками ФРС, которые были опубликованы 18 числа, и на следующий день, в принципе, по всем рынкам прокатилась большая волна снижения, которая продолжилась и до конца прошлой недели. В минутках основной акцент был сделан на том, что многие члены ФРС рассматривают сворачивание количественного смягчения уже в этом году. Вот. Событие это не закончилось, так сказать, обсуждение сворачивания смягчения. На этой неделе в четверг-пятницу будет симпозиум в Джексон-Холле, где собираются главы монетарных ведомств мировых. Вот в пятницу Пауэлл будет выступать заключительным словом. Наверняка опять будут какие-то слова о сворачивании количественного смягчения. Многие инвестдома ставят на то, что в ноябре оно начнется в этом году и закончится до середины следующего года. Напомню, что 20 миллиардов в месяц покупки активов, которые собираются отменить. Из отдельных эмитентов, несмотря на общее снижение в районе 2%, которые наши тяжеловесы индексные, в принципе, продемонстрировали, это Лукойл упал на 2%, Сбербанк на 2,8%, ВТБ на 2,7%, Роснефть на 2,5%, ГМК на 2,4%. Ну, были и растущие истории, например, можно отметить МТС, после хорошей отчетности котировки растут, выросли на 2,3%. Ну, Петропавловск, который сильно падал, также вырос примерно 5% за прошедшее время. Ну, это считать, если из так сказать, первого, более-менее первого эшелона. Во втором эшелоне феерический рост произошел в Распадской, дивиденды объявлены за первое полугодие большие. И в ожидании такой же отчетности в ближайшее время растет Мечел и привилегированные, и обыкновенные акции. Ну, угольная тема, она меня лично особенно не интересует. В общем, не завидую тем, кто владеет Распадской. Кроме того, продолжается на российском рынке, наверное, про российский рынок немножко больше, поподробнее, продолжается сезон отчетности и объявление дивидендов за первое полугодие. Сегодня Полюс отчитывался и объявил дивиденды 267 рублей 48 копеек. Что, в принципе, не так много, меньше 2% дивидендная доходность за полугодие. В то время как чистая прибыль у Полюса выросла в 3 раза, EBITDA выросла всего лишь на 5%. Вот тоже такие вопросы, так сказать, прибыли и цены золота. Вот. Так что Полюс вряд ли интересен с такой дивидендной доходностью. И Роснефть сегодня еще объявили дивиденды по Роснефти за первое полугодие 18 рублей. Это больше 3%. Это вполне достойная цифра. Обычно по году эмитент платит больше, чем в первом полугодии. Также на этой неделе ожидаем отчетности объявления дивидендов от Лукойла. Это будет в пятницу. Татнефть, совет директоров рассмотрит дивиденды 26 числа, и Алроса также 26 числа рассмотрит дивиденды.
Из отчетностей, как я уже сказал, Лукойл, ну, можно интересно отчетность нового эмитента, Сегежа Групп или Сегежа, опять же, 27 числа. Некоторые, так сказать, международные финансовые организации ставят таргет чуть ли не 12 рублей по Сегежу, если они начнут платить дивиденды, и ожидается рост показателей в районе 25% год к году. До сих пор бумага торгуется ниже, чем цены размещения. Вот можно, наверное, на это тоже за этим последить. По нефти произошли существенные движения за эту неделю. В принципе, неделю назад стоило 70, сейчас 70, но между этими, так сказать, 5 днями было и 65. Это как раз на прошлой неделе на минутках и на новостях с Китая о локдаунах по вирусу. Но Китай очень быстро как-то справился с вирусом. За последние сутки ни одного заболевших, и оптимизм некоторый на рынке вернулся. И прежде всего, наверное, в китайские эмитенты, которые сегодня практически первый день пытаются расти после длительного падения последнего времени, связанного с регуляторными вещами. Там интернет и в основном интернет персональных данных, в общем, с регуляторной повесткой. Что еще за это время произошло и как это повлияет в ближайшей перспективе? Ну, президент объявил о выплатах в августе по 10 тысяч рублей на детей заплатят, и к сентябрю или в сентябре заплатят 10 тысяч рублей пенсионерам и 15 тысяч рублей военнослужащим. Ну, можно предположить, это в сумме детские 200 миллиардов где-то оцениваются, и вот пенсионерские и военные выплаты где-то 500 миллиардов рублей. Ну, видимо, пойдут в потребление все эти деньги, не в накопление же, такие как бы небольшие. Прошлые выплаты показывают, что, так сказать, продажи смартфонов такой ценовой категории растут. Ну, у пенсионеров, я думаю, пойдет больше в ЖКХ и в продукты. Вот у военнослужащих, наверное, так сказать, в подарки и гаджеты. Вот, поэтому эти сектора, я думаю, что какую-то поддержку получат ритейлеры. Это, наверное, MVideo, если рассматривать компании, которые на бирже торгуются. Ну и, наверное, все продовольственные сети, какой-то плюс будет. Ну, у продовольственных сетей не закончена проверка ФАС, неизвестно, чем дело закончится. Пока котировки подрастают, но мы в прошлый раз уже говорили, что, скорее всего, такой медленный рост будет, вряд ли будет оборотный штраф. Еще из событий, вот про Китай я говорил, Мосбиржа с сегодняшнего числа запустила фьючерсы на два эмитента, Alibaba и Baidu, фьючерсы за рубли с поставками в сентябре, с расчетами в сентябре и в декабре. Ну, очевидно, они поставочные, сейчас все фьючерсы на московской бирже поставочные. Я вот эту тему немножко упустил, расчетные или поставочные, но акции торгуются за рубли, поэтому фьючерсы, скорее всего, поставочные. Еще один, так сказать, способ войти в дешевый китайский рынок, кому не страшно. Вот. В принципе, наверное, покупать, когда страшно, одна из аксиом фондового рынка. Ну, здесь каждый решает сам для себя. Ну и кроме того, Московская биржа с сентября месяца, с 1 сентября добавит еще 70 эмитентов. Сейчас уже торгуется больше 200 и добавится еще 70. Это торговля за рубли. Ну и обещанная торговля за доллары. Я думаю, что осенью нас такое нововведение тоже ждет. Из эмитентов российского рынка, которые сейчас, на которые можно, наверное, обратить внимание, которые недостаточно, с моей точки зрения, оценены. Ну, наверное, ГМК Норильский никель в первую очередь. Бумаги подешевели, а отчет у компании, невзирая на все штрафы, очень неплохой, и перспективы, в принципе, сектора электромобилей, которому товары или там металлы Норильского никеля имеют непосредственное отношение, имеет место быть неплохой. Так что думаю, что эмитент, на которого стоит обратить внимание. Ну, еще бы обратил ваше внимание на одну облигацию.
Вот, по ней были новости такие, в общем, достаточно позитивные. Это вечные бонды ВТБ, которые субординированные, которые входят в капитал с купоном 9,5% и с колл-опционом в конце 2022 года. Представители ВТБ, объем больше 2 миллиардов, и представители ВТБ выступали с заявлением, что, возможно, они колл-опционные, даже если хотят, не смогут исполнить, потому что нечем заместить эти средства. Во всяком случае, такие новости были. Кто консервативными инвестициями интересуется, обратите внимание на эту бумагу. Там сейчас доходность в районе 2,5% в долларах, но это считается доходность колл-опциону. Если колл-опцион не будет исполнен, я думаю, там движение котировок вверх может быть достаточно существенным. Но, опять же, это очень консервативная такая инвестиция и сопряженная, безусловно, с риском, потому что это субординированные облигации, которые в случае проблем входят в капитал, и инвесторы не получают ничего. Но тема интересная, стоит за ней последить. Ну вот в целом, наверное, так по рынку. То есть, повторюсь, я думаю, что от Джексон Холла, который будет в конце недели, мы услышим примерно то же, что в минутках ФРС, и вряд ли это будет рынком воспринято позитивно. Хотя американский рынок, в принципе, за пару дней все эти просадки отыграл, отчетности пока хорошие, в общем, падать вроде бы неоткуда, но коррекция и расти, в общем, больше, скажем так, вероятность снижения подкрепляется тем, что и поводов для роста все они по большому счету исчерпаны. Сезон отчетности заканчивается американский, через там, 2 месяца будет следующий. Вот такое, так сказать, безвременье наступает, и с риторикой ФРС может быть связаны некоторые коррекционные движения. Ну, здесь, если мы немножко затрагиваем американский рынок, в принципе, индексы вытягиваются традиционно сектором фанк, да, или эмитентами фанк, не сектором фанк, а крупнейшими эмитентами. Все остальные сектора достаточно на небольших уровнях находятся, поэтому я думаю, что вот дифференцированный подход к американскому рынку, он также имеет, так сказать, место быть. Вот. По оценкам эпидемиологов, пандемия в США либо заканчивается, либо прошла пик. Вот. И сектора, которые сильно завязаны на это, авиа, там, круизы, которые очень дешево сейчас стоят, я думаю, что они падать, могут и не падать, скажем так, при общем снижении рынка. Могут выступить некоторым, так сказать, альтернативным вариантом инвестиций. Вот. Ну, про российский рынок я в принципе, сказал. Вопрос дивидендов на этой неделе. Если Лукойл с Татнефтью объявят хорошие цифры, то это тоже будет поддержка для акций. Ну и, соответственно, Авроса то же самое. Да, собирался посвятить некоторое время эмитенту такому, как Сахалин Энерго. В офлайне такие вопросы были по нему. Вот сейчас он уже есть вопросы онлайновый. Акции Сахалин Энерго снижались за 2,80, есть смысл присмотреться и, возможно, дальнейшее снижение. Ну, эмитент мной упоминался в начале года, как тот, на который стоит обратить внимание. Котировки тогда были в диапазоне где-то 5-6 рублей, и по цифрам компания выглядела достаточно привлекательно. Кэшем практически весь долг покрывался. Прибыльность была за последние 2 года в связи с тем, что, так сказать, принадлежит Росгидро, в связи с тем, что материнская компания платит дивиденды, можно было ожидать и того же от этого эмитента. В общем, цифры выглядели неплохие, выглядели неплохо по показателям, по прибыли, по выручке. Вот. Но и по отчетности за полугодие. Но отчет, который вышел годовой в апреле месяце, числа 8, 9, 10 где-то апреля, вышел годовой отчет, где прибыли, в принципе, у эмитента не оказалось. Были разовые списания, которые привели к убыткам, и в конце апреля совет директоров, естественно, при отсутствии прибыли, решил, что дивиденды не выплачивать. Вот это были такие тревожные звонки по Сахалину, на которые, конечно, следовало обратить внимание. Может быть, я, так сказать, чуть этого не акцентировал, обратить внимание на первые цифры и не на вторые. Но между тем котировки
практически не менялись еще где-нибудь до середины мая, наверное, по Сахалину диапазон там 6+ сохранялся. И лишь потом начались у эмитента продажи, которые вчера, я, кстати, посмотрел, да, вчера были большие движения, котировки упали до 4 рублей, а вчера они двигались от 3 до 5, вернее, сначала от 5 до 3. Присутствуют какие-то продажи, структура акционеров более-менее понятная, 75% Урал, ЕС Востока и, соответственно, через него Русгидро. Вряд ли с этой стороны продажи. Вот вторая доля, по-моему, там у офшора в районе 7,6%. Да, у эмитента была еще в 2019 году доп. Эмиссия в пользу Русгидро, которая выкупила по 10 рублей. Вот. Так что котировки Сахалина после таких негативных новостей весны держались еще месяц, но затем снизились до 4. Посмотрел отчетность за полгода этого года, в принципе, прибыль 300 миллионов рублей присутствует. Вот думаю, что на текущих уровнях, если, что делать тем, кто его вдруг купил раньше, ну, думаю, что ничего не делать. Если не продали после, так сказать, негатива, то сейчас весь негатив уже давно в цене, и думаю, что продавать смысла никакого нет. Держать или покупать, ну, каждый решает сам. Вот, уровни достаточно привлекательные на текущие. Ну, еще раз, это ни в коем случае не является инвестиционной рекомендацией, и к таким вопросам еще бы вот акцентировал, да, есть индексы, в которые входят разные эмитенты, да, и чем больше оборот по эмитенту, чем выше его капитализация, тем больше его вес в индексе. Вот у нас в индексе МВВ самый большой вес у Газпрома и Сбербанка, да, а Сахалин Энерго в индекс вовсе не входит. Поэтому, инвестируя в такие инструменты, не значит, что как бы там большой, ну, не нужно этого делать. Это нужно делать, ну, соответственно, выделять на это дело объемы средств, ну, видимо, пропорциональные, так сказать, грубо говоря, весу в индексе, да, если компания большая, то и сумму средств относительно, в процентах относительно, так сказать, своего счета можно больше выделить. Если она маленькая, то, соответственно, меньше. Вот такой эмитент, как Сахалин Энерго, я думаю, 1-2-3% это максимум, что может быть в него инвестировано. Вот с Сахалином, наверное, закончили. Переходим к текущим вопросам далее по мере поступления. Татнефть обыкновенная, когда же рост? Ну, вот вполне возможно, что 26 числа, может быть, это 26 выйдет, может, 27 будет информация. Если совет директоров прибыль у компании по полугодию есть, если будет решение платить 100%, что они раньше делали, думаю, вот здесь мы можем увидеть по Татнефти рост. Выглядит компания как самая недооцененная из всей нашей нефтянки. Вряд ли так сильно влияние отмены льгот по вязкой нефти, которые были. Ну и к тому же Татнефть перерабатывает всю свою добываемую нефть, продает с высокой добавленной стоимостью продукт. Так что эмитент, я думаю, в перспективе не самый плохой. Уровни мы уже неоднократно говорили, думаю, 600 рублей до конца года мы по Татнефти увидим. А когда же? Ну, возможно, уже на этой неделе. Ждете ли глубокого обвала с возможным тейперингом ближайшее? Нет, глубокого, скорее всего, не жду, потому что сворачивание это одно, а низкие ставки это другое, и ставки низкими, скорее всего, будут оставаться достаточно долго. А мне кажется, низкие ставки это основная причина роста фондовых индексов. Потому как если альтернативная доходность ноль, то окупаемость компании и за 20, и за 30 лет уже привлекательно по такой цене с P на I там 30, который сейчас примерно торгуется, там американский рынок. Вот ставки растут, соответственно, привлекательность акций снижается. Ставки, рост ставок пока не предвидится. Сворачивание количественного смягчения, я думаю, может вызвать не обвал, а коррекцию процентов на 10, максимум на 15. Вряд ли выше 20% мы упадем. То есть, ну, по S&P, если чуть ниже 4000, думаю, что вот вполне вероятно зайти 3900, 4000. По российскому рынку как-то отразится. Ну, скорее всего, пострадают, конечно, индексообразующие в первую очередь бумаги.
заодно со всеми. В общем, инвесторы, если они бегут в доллар, то они из развивающихся рынков бегут в первую очередь. Так что тихой гаванью мы вряд ли будем. Так что фиксация прибыли, ну, наверное, разумно выглядит в текущей ситуации. Да? Не навсегда выходить из акции, а месяц-два, три проявить осторожность, я думаю, не повредит и поможет заработать больше. По Татнефти на ЛМК какие цели? Ну, по Татнефти я уже сказал, думаю, что 600 рублей, в принципе, наверное, и по обычке, и по префу примерно одно и то же. И на ЛМК на текущих уровнях стоит НЛМК сейчас у нас 238. Боюсь я за металлургов, честно говоря, и говорил и неделю назад, и две, и три. Металлурги объявили хорошие дивиденды за второе полугодие, и отсечки у них приходятся на начало сентября. Это сейчас является для них поддержкой. Вот. Цены на железную руду, в принципе, уже снизились процентов на 30-40 от максимумов. Поэтому я думаю, что металлурги пик, вот черные металлурги, свой пик, мне кажется, прошли. И после отсечек мы можем увидеть цены существенно ниже. Поэтому цели по НЛМК, ну, наверное, никакой не озвучу. Может быть, цель больше внизу, чем вверху. Добрый день. Норникель, рост или нет? Думаю, что все-таки рост Норникель, возможно, снижение куда-нибудь к уровню 23, новые же там наезды рыб природ, не знаю, как называется правильно. В общем, за рыб, борьба за рыб. Вряд ли существенно, даже если будут там какие-то дополнительные издержки у Норникеля, вряд ли существенно повлияет на его, так сказать, показатели. И более важно здесь договоренность дальнейшая с Русалом о дивидендах на будущее. До 2023 года действуют там определенные договоренности, выплаты свободного денежного потока или EBITDA, я уже, честно говоря, не помню, запутался при ковенантах определенных отношения долга. Вот. Но думаю, что это соглашение будет выполняться, соответственно, по-моему, от EBITDA они сейчас платят 60%, а никель предлагает от кэшфлоу платить, тем самым, чтобы было меньше, потому что EBITDA у него больше, чем свободный денежный поток сейчас. Но я думаю, что закончится тем, что никель займет, но заплатит. Тем более, что сейчас стоимость заимствований на рынке для таких надежных эмитентов, она, в принципе, невысокая. Так что по никелю, я думаю, что 25 тысяч, ну, вряд ли новый максимум прогнозировать, если ожидаем мы общую коррекцию, да, по рынку, вряд ли есть смысл какие-то новые максимумы ждать. Но думаю, что уровень там 25 по никелю вполне достижим в ближайшей перспективе. Русолово почему падает, не знаю, честно сказать, за Русоловым не слежу, поэтому без комментариев. Сбер и Газпром для среднесрочного инвестора горизонт 3-5 лет в части возможности коррекции выхода нерезов. Ну, горизонты 3-5 лет, это значит, нужно покупать всегда. Каждый месяц ждать ли коррекцию, не ждать. Известная аксиома, что на ожиданиях коррекции потеряно денег больше, чем на самих коррекциях. Поэтому, если вы покупали, там, ну, тот же вот возьмем Сбербанк, либо Газпром, даже по этому году мы посмотрим, да, уровни по Газпрому были 220-230 рублей, сейчас 300. Ну, упадет он на 10% с 300, будет 270. Все равно, если вы покупали периодически, ваша цена будет ниже. Поэтому коррекции в долгосрочном инвестировании бояться абсолютно не следует. Просто разумно иметь на случай коррекции какую-то подушку кэшевую, либо коротких облигаций, чтобы в случае больших коррекций увеличивать долю акций. Поэтому среднесрочно, ну, наверное, лидеры Газпрома и Сбербанк, как лидеры бизнеса и лидеры индекса, и лидеры в случае притока иностранных денег, и также аутсайдеры в случае их оттока, они будут свою роль на протяжении, так сказать, вот этих будущих лет, безусловно, играть. Вот будет ли коррекция? Ну, возможно, будет. Я и сам, так сказать, рассчитываю, что на коррекции увеличить
долю этих эмитентов. Но «Газпрома» у меня вообще нет. Пожалуй, это вот последнее мое упоминание о личных моих позициях. Думаю, что это вот в рамках нашего вебинара акценты лучше не делать. Если кому-то мои позиции интересны, я иногда у Верникова Андрея рассказываю, так сказать, в своем взгляде на рынок, там могу озвучить свои позиции. Здесь лучше, наверное, будем обходиться без этого. ТМК, рискнуть подождать дилов, фундаментал не подрос. Ну, ТМК, слушайте, когда «Газпром» строил трубопроводы свои в разные стороны, ТМК, как бы показатели его не росли. А почему они должны расти сейчас, если мне кажется, так сказать, потребление труб, оно должно несколько уменьшиться, только в основном на текущие ремонты. Поэтому ТМК, мне кажется, не та тема, в которой сейчас нужно участвовать. Полюс. Ну, полюс, еще раз, по уровню цели, вот для меня цели, по которым полюс купить, ну, можно рассматривать для покупки, это где-то на 1000 рублей дешевле текущих уровней. То есть где-то он стоит 13 500-600, я думаю, 12 500, вот, наверное, цели такие по полюсу. Что-то рост котировок золота не сильно отражается в его EBITDA и желании делиться прибылью с акционерами. Русал и Алроса. Ну, Русал, Алроса — это тема на любителя. Выросли цены на алмазы, дивиденды объявят на этой неделе. Также там свободный поток денежный, кэшфлоу не такой большой, и ожидания дивидендов несколько заниженные по Алросе. Но, во всяком случае, Алроса — это стабильная дивидендная история. Русал дивидендов никогда не платил, только как бы обещает периодически это сделать, но каждый раз совет директоров этого не делает. А в связи с тем, что Русал получает дивиденды с Норникеля, а последний раз он и в выкупе поучаствовал, то есть кэша у него достаточно для обслуживания долгов. Поэтому, если рассматривать Русал, я бы, может быть, лучше обратил бы внимание больше на N+, например, которая является материнской компанией Русал и владеет еще и гидрогенерацией. Иркутскэнерго, доля в Росгидро. Вот. И там та же самая дивидендная политика принята в 2019 году, но пока не исполнялась. Так что N+ выглядит лучше Русала. И несмотря на то, что доля ГМК в Русале сейчас, ну, наверное, больше еще до сих пор, надо посмотреть, больше капитализации самого Русала, мне кажется, что ГМК и N+ лучше, чем Русал, скажем так. Мэл, брать или не брать? Вопрос, в общем, требующий больших размышлений. Насколько я знаю, из Мэйла УСМ Холдинг практически вышел. Вот. Структура акционеров Мэйла не очень понятна на текущий момент. Ну, есть там Алибаба с какой-то долей. Вот. Думаю, что перспективы у компании есть, но когда они начнут реализовываться, очень Мэйл такая, какой-то такой пример, в общем, ну, наверное, переоценки при первичном размещении, скажем так, что иногда присутствует. Мэйл разместился, по-моему, в 2011 или 2010 году по цене $28. Текущая цена меньше 20 в ADR-ах. Заходы, колебания там чуть ли не от 10-12 до 30 с лишним за это время происходили. Сейчас стоит 20. Ну, где-то в середине, наверное, диапазона. Насколько успешно будут развиваться разные бизнесы Mail и будут ли они, например, выводиться как отдельные подразделения на IPO. Вот если бы Mail разделился, я думаю, для него бы это было даже более полезно. Вот. Обещал не говорить, что там у меня. Вот. Mail каждый решает сам, компания технически очень слабо себя чувствует, фундаментально. И, понимаете, можно покупать какие-то акции и терпеть у них просадки, ну, вот типа «Газпрома». Так, там, понятно, есть дивидендная политика. Дешевые цены на газ, маленькие дивиденды. Газ дорогой, дивиденды больше, но они есть всегда. Вот у Mail дивидендов не было ни разу, и такой поддержки, в принципе, нет. Поэтому
Бумага, ну, если только на совсем небольшой процент от счета, как я уже говорил, там 1, 2, 3 процента, не больше. Вот. Отрасль, в принципе, наверное, развиваться продолжит, все, что входит в мейл. Большим драйвером для мейла могла быть продажа чего-то Сбербанку или всего. Но будет ли это или не будет, вот пока мы видим, что котировки снижаются на протяжении, наверное, уже почти года, и просветов там пока не видно, обновляет минимумы рублевые раз за разом. Так что мейл как инвестиция в большом объеме сейчас, я думаю, что это, в общем, неправильно. Китайцы начинают отскок. Ну, в общем, китайский рынок перепродан. Я уже несколько раз про это, в принципе, говорил. Сегодня мы видим движения большие по Китаю. Отчеты выходят, и Байду отчитывался, и вот JD сегодня не далее как опубликовал отчет один из китайских ритейлеров. Все по цифрам выглядит неплохо. То есть рост и клиентской базы, и выручки, и прибыли. Но китайские акции, они слишком молоды, и также мало там пока, так сказать, вот таких историй поддержки в виде дивидендов. Да, я думаю, что китайцы перепроданы, отскок есть, и, возможно, он будет более существенным. Покупатели отдельные или индексные, лучше, наверное, индексные какие-то дела. Вот там дальше следующий вопрос. Давайте я про Китай уж, а потом Газпрому. FXCN есть смысл приобрести? Да, есть смысл. FXCN смысл однозначно есть. Есть еще второй ETF для квалифицированных инвесторов, КВЕБ, да, но он более айтишный, скажем так, китайский айтишный сектор. FXCN более разносторонний, скажем так, индекс. 230 компаний входит. Ну, самый большой вес у Alibaba 15% и, по-моему, Tencent. Поэтому Китай перепродан. Я думаю, что задача у коммунистической партии, так сказать, разрушить свои глобальные компании, которые, ну, Alibaba самая крупная китайская компания, да, котируется в торгует по всему миру и котируется на американской бирже и на гонконгской. Думаю, что у китайских властей нет задачи уничтожения своего бизнеса. И на фоне, так сказать, вот растущего противостояния, скажем так, с Америкой. Вот, поэтому все, что сделано сейчас с китайскими регуляторами, ну, наверное, и они это объявили, это больше направлено не против бизнеса, а на устранение, так сказать, социального неравенства, чтобы бизнесы больше делились, так сказать, своими доходами и так заботились о конфиденциальности личных данных. Вот, поэтому Китай, как рынок, продолжит расти. Я думаю, что и китайские акции, вот все эти темы там делистинга, представление отчетности. Я думаю, что делистинга не будет, с отчетностью вопрос будет решен там на перспективе 2-3 лет. Вот, поэтому Китай, с моей точки зрения, достоин внимания. Вот. А через акции или через фонд, ну, акции лучше, конечно, в какой-нибудь, вот если вы углубляетесь там в мелкие компании, все-таки лучше не инвестировать, лучше тогда это делать через ETF, либо покупать лидеров. Но это как вот в России, можно купить Сахалин Энерго и в нем застрять навсегда, а можно купить Газпром и Сбербанк, которые хотя бы платят дивиденды и, в общем, если рынки растут, то они растут первыми. Вот, наверное, к Китаю это то же самое применимо. То есть лидеров по капитализации лучше рассматривать. Нет Газпрома, не верите в него и Севпоток? Да нет, почему верю? Севпоток-то по большому счету никак не влияет. Это, с нашей стороны это кажется, так сказать, что это мы можем в итоге привязать к себе Европу и каким-то образом потом манипулировать. А со стороны европейцев также могут быть какие-нибудь ограничения там углеродные, еще и Северный поток из, так сказать, может стать в итоге сильно убыточным. Но Северный поток не увеличивает экспорт Газпрома в Европу. Текущих Северный поток 2.
текущих мощностей достаточно. Поэтому в «Газпром» я верю, вот, ну и ни в какой привязке к «Северному потоку». Это больше такая эмоциональная составляющая, все там вода то с площади, то с околицы, как в известном фильме «Бумбараш», да, то будут санкции против «Северного потока», то не будут. И вот «Газпром» на это, так сказать, небольшие колебания совершает. «Газпром» верю, ну, хочу купить просто дешевле. Сейчас стоит фиксировать или держать дальше? Плюс 75. Заработали плюс 75? Ну, продайте, ну, не знаю, опционы. Насколько они ликвидны, надо смотреть. Есть опционы вроде на «Газпром» и «Сбербанк». Да, продавайте опционы. То есть плюс там 10% в текущем уровне или плюс 5%. Нормально, если не зафиксировали, получили. Ну, боюсь, что там ликвидности просто. Ну, нужно как бы свежий взгляд бросить. Последний раз, когда я смотрел на сбербанковские опционы, там ликвидности было очень мало. Вот. Ну, инструмент, в принципе, хороший. Жаль, что московская биржа так слабо развивает. В принципе, торговля опционами сейчас в мире, вот для новых инвесторов, она прям как игра в казино приобретает большую популярность. А для инвесторов стратегических это тоже хороший инструмент и для покупки актива, и для его возможной продажи. Так что «Газпром», я думаю, что если у вас есть сомнения и хорошая прибыль, зафиксируйте половину. Вот, чтобы не платить налоги, например, если у вас там 75% прибыли, продайте просто фьючерс на «Газпром», откупите его обратно и заплатите не со всей части, а всего лишь с разницы вот с текущей сделкой и с будущей. Покупаете ли вы акции «Баба», «Байду», ETF «Китай» по текущим ценам на среднесрок, долгосрок или ждем подтверждения разворота? Ну, по-хорошему лучше дождаться подтверждения разворота, но хотя сейчас, я думаю, Китай может без всяких, так сказать, вот реакций на Джексон Холл никакой не проявлять, потому что он жил своей жизнью последние полгода и может начать жить, опять же, продолжать жить своей жизнью вопреки трендам мировым. Покупать самое правильное, когда страшно и хочется продать, вот тогда нужно купить. Если вам уже страшно и хочется продать, или вчера, или позавчера так было, да, то думаю, что можно не ждать подтверждения разворота и покупать. Если по технике смотреть, то, конечно, лучше дождаться, чтобы, так сказать, сегодня мы первый день, по сути, демонстрируем рост, чтобы этот рост продолжить. Потому что падение было достаточно глубоким, пропустить 5% роста не так страшно. Вот. Поэтому взгляд положительный и на индексы, и на тех эмитентов, которые вы упомянули. Это крупные эмитенты, про которые я говорил раньше. Юнипро держать ради дивов? Куплен держать, да. Юнипро – дивидендная история, как облигация, 8-9 доходности. Ввели ГРЭС свою сгоревшую, так что дивиденды могут быть и повыше. Два раза в год выплачиваются. Ради дивов держать, конечно. Или не продержать, во-первых, ради дивов, а во-вторых, ради потенциальной сделки, которая давно на рынке слухи ходят, но она никак не реализуется по продаже Юнипро. Если фиксировать прибыль, то полностью закрывать или частично. Ну, если вы входили в рынок, например, частично, то и фиксировать лучше частично. Мне кажется так, продавать все акции, фиксируя прибыль, с моей точки зрения, это неразумно. То есть доля акций в портфеле должна быть всегда. Ну, поэтому частично. Intel. Держу с убытком минус 10. Есть шанс. Intel, насколько я знаю, зарезервировал заказы у TSM на там, совсем какие-то нано, там, на 3 нанометра или еще меньше. Резервировал мощности под производство, собирается консолидировать как-то отрасль, то есть Intel, я думаю, скорее жив, чем мертв. Вот только минус 10, он, в принципе, наверное, вы по хаяму прям купили, он сейчас стоит где-то 50, там, в районе 3, да, колебался от 45 до 60, думаю, что Intel лучше держать и, может быть, даже добавлять. В общем, компания скорее всего преодолеет все трудности, которые у них сейчас есть, они, мне кажется, временные. Так что Intel — это такая хорошая среднесрочная история. Ну, вот можно привести, наверное, пример из другой сферы, но примерно то же самое. Компания Pfizer.
давным-давно она, так сказать, стоила дороже. Вот максимум сейчас переписала те, которые были там несколько лет назад. А казалось бы, что компания уже на волне, так сказать, вакцинации должна иметь, так сказать, больше драйвера для роста. Но, тем не менее, она достаточно долго стагнировала, но потом выросла на там, 20%. Так что думаю, что Intel, хотя это совсем другая история, да, но внутренность примерно вот как бы события такие же. То есть Intel обязательно что-нибудь придумает, и AMD конкуренцию вряд ли проиграет. BMW можно покупать на отскок? Трудно сказать. Мне кажется, автопроизводители выросли достаточно сильно. Традиционные автопроизводители. Насколько у них будет... Ну, на текущих уровнях, думаю, что дорого. Вот если у них будет более быстрый переход к производству электромобилей и рентабельный, тогда, конечно, другое дело. Но мне кажется, сейчас авто... Очень многие могут, как это было в начале века, да, многие могут, как бы, через 10 лет мы можем увидеть другой ландшафт на автомобильном рынке, скажем так. Поэтому я бы сейчас особо не рискнул там делать покупки. Россети Интеррау. Разворот по двум дням или отскок, перспектив нет. Ну, ко всей электроэнергетике российской я в последнее время отношусь достаточно скептически. Думаю, что перспективы есть, но не ближайшего будущего. Потому как тарифы, фиксированные тарифы, они, в общем, отрицательно будут влиять на рентабельность этих компаний. Так что думаю, что сектор электроэнергетический, он еще достаточно долго будет у нас отстающим. Если большая часть газа пойдет по Северному потоку 2, то меньше придется платить Украине за транзит газа. А, но это добавит выручки, рентабельности. Ну, наверное, в этом объеме, да, только вопрос, так сказать, объемов. Ну, на эту часть, наверное, можно сэкономить какую-то. Ну, там же много политики в этом смысле, в смысле транзита через Украину. Вот и Меркель, и Байден, и все остальные... Так сказать, я думаю, что «Газпром» особо ссориться не будет. Слова словами разные, так сказать, мы суверенные и сами решаем, а бизнес бизнесом. Ну, «Газпром» хорошая история, она стала, с моей точки зрения, хорошей, инвестиционной, да, для инвесторов, привлекательной. В тот момент, когда «Газпром» выкупил своих застройщиков у определенных людей и продал двумя траншами казначейские акции, тоже, так сказать, неизвестным приобретателем. Вот с того момента, мне кажется, он стал с 200 рублей 2019 года и интересен стратегически. Модерна. На вакцину, создать совместную вакцину, грипп ковид будет выше 500 или пузырь. Ну, Модерна, с моей точки зрения, у нее кроме вакцины ничего нет. А капитализация Модерны уже чуть ли там не 200 миллиардов. Переоцененная компания на текущий момент. Ну, мне кажется, вот с моей точки зрения, что Модерна сильно переоцененная компания сейчас. Роснефть будет догонять других нефтедобытчиков. Сечин увеличит дивы. Ну, Сечин 50% прибыли платит и будет платить по Роснефти. Вот Роснефть — это у него как бы любимый сейчас, так сказать, ребенок здесь, и там в сайте директоров одни иностранцы. Поэтому Роснефть — это такая открытка российской, лубок такой, да, российской действительности. Поэтому Роснефть будет платить дивиденды 50%. Прибыли, доходность вполне хорошая, вот, так что догонять ли других, но она примерно наравне с Лукойлом, с Газпромнефтью, мне кажется, сейчас идет, и догонять особо некого, вот, так что нет отставания Роснефти от других нефтедобытчиков. Есть отставание там у мелких, у Татнефти более мелкой, и у Башнефти еще более существенное отставание. Но у Роснефти отставания нет, но как инвестиция такая среднесрочная, с хорошей дивидендной политикой, ну, все же достойная компания. Если, так сказать, нет
ни у кого других, так сказать, предвзятых отношений. Я некоторых инвесторов знаю, которые не покупают Роснефть ни при каких обстоятельствах. Магнит в связи с покупкой Dix есть перспективы? Ну, магнит, перспективы есть, но очень небольшие, мне кажется, так сказать, апсайды небольшие у магнита. Ну, 6000, 6500, наверное, можно представить, если все будет хорошо. А если все будет плохо? Плохо тоже может быть. А плохо это может быть, ну, как, неизвестно, чем закончится проверка фаз. И могут быть большие какие-то ограничения по торговым наценкам. Поэтому компании тоже хорошие, наверное, и с дивидендной точки зрения, и магнит, и X5, но больших перспектив роста котировок я там вот с текущих уровней не вижу. Если какие-то коррекции будут по магниту ниже 5000, ну, так, тогда другое дело. Сейчас 5600, ну, 5700, наверное, даже тот уровень, где можно и несколько и пофиксировать. Сургут, нефтегаз, преф. Имеет смысл брать сейчас? Дивы должны быть неплохие. Да сейчас, наверное, не имеет смысла брать. Отчет третьего квартала посмотреть. По Сургуту хорошо принимать решение где-нибудь там в ноябре, в декабре. К концу года уже поздно будет, когда понятен курс. А вот ноябрь, может быть, начало декабря, там Сургут, преф стоит рассматривать. Ну, еще раз, это очень такая консервативная история. Сургут, преф, который, если посмотреть там с индексом ММВБ, его сравнить, то он проигрывает индексу в разы. Но вот такая дивидендная история, которая периодически всплывает, и защитный актив против девальвации рубля, ну, Сургутпреф, мне кажется, должен быть в каждом портфеле. Вот, а брать ли его сейчас? Дивы вроде бы по текущей динамике будут рубля 3, но это тоже неплохая доходность. Но можно сейчас купить, попасть на общую коррекцию рынка, и утратить возможность купить его дешевле. Так что я думаю, для Сургута ноябрь вот хорошее время, чтобы посмотреть на Сургут и, возможно, его купить. ВТБ выше 5 копеек. Есть перспективы роста? Мощное покрытие. Мощное покрытие. Вот про ВТБ я, кстати, про банды говорил немножко, да, что у них, в принципе, капитала недостаточно для роста, более мощного роста. Вот, поэтому ВТБ, мне кажется, на длинном горизонте мы увидим копеек 7, потому что у компании все неплохо. Вот, а на коротком 5 копеек плюс-минус. И однажды я это уже говорил, повторю еще раз. Вот для меня было бы таким хорошей точкой по времени, по цене не знаю, по времени точно, входа в ВТБ. Это продажа вот второй части пакета. Траст продал, да, сейчас оно открытие, по-моему. Или у кого находится вторая часть ВТБ-шного пакета, который подлежит продаже, так сказать. Вот когда произойдет эта продажа, она, ну, скорее всего, будет, как и первая, ниже текущей цены рынка. Мне кажется, это будет по ВТБ хороший момент в него зайти. МТС или Ростелеком, или рано? И то, и другое не рано, в самый раз. Компании совершенно, так сказать, вот не завязаны ни на сырье, ни на внешние какие-то дела. Ну, разве что оборудование, может быть, там какие-то ограничения. Так что МТС и Ростелеком мне нравится. МТС, я думаю, реализуется пораньше, уже движение там началось. Ростелеком — это такая история среднесрочная, там где-то лет 2, наверное, процентов по 15-20 в год. Мне кажется, Ростелеком имеет потенциал вырасти. А МТС 350 рублей, я думаю, в этом году должны увидеть. Вот это, наверное, единственное, что не рано сейчас покупать. Если все остальное можно подождать, вот, как коррекции на коррекциях покупать, то МТС, Ростелеком могут и не корректироваться. ВТБ 6-3 копейки или уже вряд ли? Ну, 7 копеек, я думаю, 7 копеек. 13 вряд ли, или сколько там, 13,6 вряд ли, а 7 копеек в самый раз. Ну, наверное, все. Уже и академический час у нас прошел. Спасибо всем, берегите свои деньги, удачных инвестиций. Вот, не бойтесь рынка, не бойтесь ни падений, ни роста. В падении всегда, ну или в 99% это всего лишь возможность купить хорошее дешевле.
Вот. Ну и рост не бывает вечным, и иногда фиксировать какую-то часть позиции тоже имеет смысл. Вот сейчас, мне кажется, как раз такое время. Всем спасибо, успехов, удачных инвестиций.